Всем привет! Привет! И добро пожаловать в новый выпуск «Super Easy Russian» из Риги. В этом выпуске мы постараемся предпринять невероятные усилия и говорить на русском языке помедленнее. Еще в этом выпуске мы расскажем вам и покажем, как можно по-разному использовать значение глагола «идти». Так что пойдем смотреть. Пойдем. Ах да, давайте сначала проспрягаем глагол «идти» в настоящем времени. Я иду, ты идешь, он идет, она идет, мы идем, вы идете, они идут. В этом видео мы будем использовать глагол «идти» в прямом и переносном значении. Эти трамвайные пути идут через весь город. А трамвай идет из центра. Я иду за своей мечтой, то бишь выпить. Закрыто. Не иду за своей мечтой. В Риге сейчас идут скидки. А в такую погоду особенно хорошо идут книги с красивыми людьми. Привет, Никита. Привет, Марина. Слушай, тебе так идет это пальто. О, спасибо большое. Ты знаешь, извини меня, но вот тебе твоя куртка совсем не идет. Да иди ты. Извини. Время идет очень медленно, когда ты ждешь подругу. Но зато оно пролетит незаметно, если вы воспользуетесь нашими специальными упражнениями, которые мы готовим каждый раз к новому выпуску. Проходите по ссылке в описании, занимайтесь вместе с нами, а также поддерживайте нас, чтобы мы могли снимать для вас новые видео. Ну что, Никит, идем в субботу в кино? Идем. А прямо сейчас идем в театр. Пойдем. Пойдем. По небу медленно идут облака. Марина идет по лестнице. Пора готовить дрова, потому что идет зима, а отопление дорогое. Никита, ты идешь в магазин? Нет, с чего ты взяла? О, Никита, сегодня наконец-то не идет дождь. По телевизору идут интересные передачи. Марина идет в науку, поэтому она много читает и пишет. Твои часы идут точно? Кажется, да. Сон никак не идет. Я иду пешкой. Почему-то неправильно. Этот банан я съем, а лимон идет на варенье. И вы не забывайте подписываться на наш канал и обязательно присылайте в комментарии свои примеры использования глагола «идти». Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Увидимся в новых выпусках. Пока! Пока!